Хейоу, гайз, с вами наши Мики, и мы продолжаем проходить The Binding of Isaac Attributes Plus. Ну что, поехали? Так, в прошлой серии мы с вами, если я не ошибаюсь, играли за Isaac. Хотите, мы сыграем с вами за Эйдена? Почему бы и нет? Поэтому, вперед. Только здесь есть один минус. Нельзя рерулить. Рерол. Да. Потому что я понял что-то. GG. Так, телепорт. У Эйдена все рандомное. В принципе, просто телепорт можно взять с собой, чтобы он был. Ну, как активный предмет. Кажется, я одну игру за опа. Моё. Статистика у персонажа может быть рандомная. Все рандомное, поэтому мне даже повезло. Хотя и со второго раза. Сердце дает красное, синее и черное сердце. Потом повезло с этим. С активкой. Если брать активку по полезности, это довольно мощная в начале игры активка. Потому что она очень-очень быстро выпиливает боссов. Очень быстро. Так, там фигня выпала. Нам нужны ключи. Горите, горите в огне. Ко мне не подходите. Горите в огне, ко мне не подходите. У нас скорость атаки хорошая. И дамаг тоже хороший. Даже больше, чем вообще у Айзека обычного. По идее, у Эйдена всего лишь два сердца должно быть. Это, как говорю, повезет. Больше увеличиться не буду, потому что я помню проблемы, когда я хер попадал. Хотя, если нам будут вести с комнаты... Допустим, видите, у нас удача. 98. 0,98. То есть это чисто проценты рандомного эксперимента. Так, 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 тихо, нужно быстрее него перейти. Так, хорошо. Давайте сразу грохнем. Ага, то есть вот так. Мы получаем полет. А вон, атакуй его. Ты поедешь ко мне? Нет? Ты не хочешь ко мне ехать? О! Видите, как он его выпиливает? И все, его нет. Так, плюс ХП, плюс рандомная... не активка, а предмет. Very good. Подгузник. Есть шанс, что будут мухи. Ну, 50 на 50 предмет. Так, запись идет, я надеюсь. Да, все идет. Погнали наверх. Бомба, и меняюсь на бомбу, плюс еще меняю на предметы. Хороший обмен. Плаксики, 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 плаксики. Не убегай, не убегай, не убегай, не убегай. Черные мухи не такие опасны, поэтому их можно не убивать. Так. Плюс два ключа. Довольно неплохо. У меня бывало такие хер, что у меня вот такая муха, да, черная, превращалась в одну пулящую. Не знаю, либо то у меня баг был, либо еще какая-то херь, но факт есть факт. Отлично, умничка, суициднулся. В принципе, можно поиграть будет за Кейна. Фамильяр. Фамильяр бук. Кого? Червя кровосос, фигня. Если бы давал он навсегда бы питомцам, было бы классно. А так? Не. Давай, в огонь, в огонь! Сожгу тебя на костре. Да иди ты в огонь, я сказал. Молодец. Нужно пополнить.
Нужно пополнить мой запас предметом. Если, блин, надеюсь, тут одна комната. Нет, все отлично. Там как раз еще хороший камень у нас. Какой шанс, что-то оттуда могла выпасть либо бомба, либо мух. Челик просто взорваться на куски. Так, хорошо. Блин, только не шприц. Мне шприцы вот эти нахер не нужны. О, вижу, там еще хороший камень. Блин, я не вижу смысла брать шприц. Ладно, мы пополнили свой запас ножниц, так сказать. Давайте отправляться убивать. У нас 3 всего. 3-3-3. Ладно, ребят, давайте я полетел, а вы тут. Блин, придет. Что такое? Почему ты не атакуешь? Он не может выбрать, что ли, кого убивать? Вон. Нападай. Почему ты не нападаешь? Ты что, дурачок? Плюс, хорошо, плюс хп еще одно. Ребят. Ну, это уже, извините, издевательство надо мной. Беру, конечно. Только остался найти где-то полет. И вообще будет. Зашибыс. Новый персонаж Самсон. Не потерять ни сердца. Да, конечно, с дамагом у меня херово. Не плюс... И никуда не идет. Дамаг мой. Я даже вот этих мобов не ваншочу. А это значит, дальше будет проблема. Пожалуйста, откройся. Спасибо. Спасибо, спасибо. Так, сюда бы желательно прийти с ножницами. Безвыходность. Безвыходность. Можно ее узнать. Ай, нахер надо. Что у вас? Романтика, я вижу. Блин, ну то, что, конечно, меня задамажили, это плохо. Мне нужно больше скорости передвижения. Нужно больше скорости передвижения. Так, ты, кажется, мне активная. А, не, это пассивная. 5 бомб. Хорошо. Мне нужно было все-таки юзать. Леталку идти. Пронесло. Я не знаю. Я даже не с первого луча убиваю некоторых врагов. Ну, зато голова как бы компенсирует эту потерю. Ууу, я чуть не упал. Так. Шлюшка. Так, монетка. Я могу... Блин, 2 предмета гарпии. Почему бы и нет? Почему бы не взять 2 предмета гарпии? Еще один предмет гарпии где-то найти, и будет у меня полет бесплатный. Может, все-таки... Хотя, давайте я пополню немного свой этот. Свои ножницы. Если даже хватит мне, то я заюзаю ножницы и залечу в шипастую комнату. Сколько уже таких мест, где я достать не могу ни предмет? О, у меня еще плюс деньги есть для магазина.
Такое. Accumulation, accumulation. Остальное мог потратить сюда. 84 монеты. Уже несколько, 4 товара уже, да? Максимум 6 товаров. Мне хотя бы до пятерки дойти. А дальше можно уже забыть о заполнении автомата. До 999 я пополнять не собираюсь, потому что он взорвется, это только худо будет мне. Так, плюс 2 ключа. Ого! Сразу впритык. Так, лады, я пополнился, считайте. Какашка гарпия. Что-то долго наполняется. Бомба выпала. Ништяк. Еще одна бомба выпала. Ништяк. Так, там две большие комнаты, где я могу Одна даже, ладно. Хорошая комната, где я могу пополнить. Запас энергии. А. Блин, желательно бы в этой комнате нужно было заюзать ножницы, чтобы дамаг не получить. Ну, ладно. Так уж вышло. Так уж вышло. Ну нафиг. Хочу рисковать. Плюс 10 вон. Оказалось. А. Ха. Спектральные слезы. У меня будет два луча, но смысла не вижу их брать. Без фигово выйдет. А, просто тупо сделанная комната. Так, ты один достался? Да, один. Аматис. Так, сломанные часы. Либо найти где-то еще одну монету. Каф. Ну, ладно, давайте уже. Не буду тратить. Буду пополнять дальше свой автомат. Где еще не убил? А, видимая тварь. У нас, оказывается, есть. Только где тут босс? Где тут босс? Мне интересно. Так, бомба. Бомбы. У меня еще плюс есть The Tower. The Tower можно использовать будет где? А нигде. Impossible. Mike to land. Зря. Тупые комары кусают. Так, ладно. Не умирают, не умирают. Я медленный. Что, нигде не валяется скорость у нас? Ладно. Нахер, иди. Черед, возьму черед. У нас еще неподвижный, поэтому адиос. Адиос, my friends. Одно черное сердце. А, погнали. Да, погнали.
Так, next магазин. Пополняем автоматик. Можно, в принципе, заехать в шипастую комнату в одну. С помощью черед. Я ж неуязвимый. И с помощью него черед. Можно делать сделочки на сердца. Тоже такое. Не очень плохая фиговинка. Только что мало их просто можно найти только по всей карте. Дамага у меня вообще не увеличилась. За последние эти забеги. Назад. Карта. Юз. Окей. Тихо. Пойдемте тогда сразу сходим за тем, что мне нужно. Хотя можно убить босса. Почему бы нет? Зайдем, короче, да. Пойдем убьем сразу босса с вами. У меня как раз ножницы пополнятся за наш, так сказать, прогульчик. О, сердце. Довольно неплохо. А, мне просто интересно. Много нужно будем тратить. Так, хорошо. Что у нас есть? Новая книга. Которая выдает рандомный предмет. Книжка дьявола. Которую дает больше шанса. И при активе там дамаг, кажется, дается, да? У нас компенсирует наш малой все. Поэтому не тут-то было. Да, два лучика это хорошо. Плюс они часто выпадают. Тирзап. Неожиданно. Неожиданно. Так, ладно, давайте сходим. Второй раз уже пугает меня эта херь. Сходим, короче, в эти. Да, скорости не хватает вообще. Трейн. Я тебя не убил. Какой шанс двойных лучей, мне интересно. Тренинг. Тренинг. О, поехали. Ну, возьму. Скорость передвижения это неплохо, я считаю. Тренинг, тренинг. Дринк, дринк. Телепорт к боссу. Нафиг надо. Хотя... Можно кое-какую тему замутить. Что за карта? Полет? В принципе, тема сейчас хорошая будет. Заходим, забираем все, что нам нужно. Можно было сейчас юзнуть полет и забрать, но я не вижу смысла. Нам нужно сейчас с вами сраный магазин. Если нам не так, здесь тоже шипы. Если же нам не повезет, это будет плохо, то что мы зря, получается, с вами потеряем. А почему бы и нет?
Ради сердца, ясно. Мы сходили туда ради сердца. Я мог, в принципе, юзнуть эту. Телепорт к боссу, да и все. Да, взрывы увеличены. В радиусе. Интересно, насколько они увеличиваются. Эксплоушит. Очень лагает. Ну как, приседать, когда я играю, приседать немного в пейсику. Рано. Мне бы полет. Желательно. Сосать. Библиотека. Две бомбы. И главное, добавили бы предмет, что типа открывать без всяких повреждений, там, знаете, типа ломать шипы. Оп, тоже бы прикольно. Почему бы нет? Было бы прикольно. Хер. Но я просто знаю то, что уже обновлять игру не будут. Был последний апдейт. Последний апдейт, когда добавили Forgotten'а. Первым, поняли? Я еще магазин не нашел. Прикольно будет, если вы здесь не окажется. Я обижусь. Так, ладно, минус одна. Это у нас будет сейчас. Активная вот эта. Теперь. Будет сама пополняться. Так, ладно, погнали. Рандом, шот, тирс, бекер. Бум. Не знаю, зачем я это сделал. Фрисы, да, там, кажется, должны быть у меня. Или это третий класс? Да, это третий класс. Отлично, отлично, повезло. Магазин. Ладно. Так. Блэк. Пилюлиты метр. И лап. А где мои монеты? Я что, уже все потратил? Ну, возьму ключик. Использую ключик плюс дэмэдж. Круто. Круто. Ау. Я забыл о полете. Я забыл о полете. Берем хпшку. Заходим в сделку. Видим дамаг, забираем дамаг. Отлично. Плюс черные сердца. Три черных сердца. Обмен на одно красненькое. Я в плюсе. Довольно в хорошем. Монетки, конечно, уже мне не нужны. А сейчас, короче, видеть, когда мне еще несколько комнат пройдем. Буквально две комнаты. Ай. Вот еще одну комнату пройдем. Ладно, КП возьму. Да, оно пополнился, видите? Тихо. По звукам ничего не упало. Кто знает, какие это? Вдруг это... Ключик, 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 ключик. Те, которые пуляются плюсиком, крестиком, плюсиком. Так, а сердце где у нас валялось?
Тренька у меня хорошая. Плюс бомба. Плюс конфеты. И лап. Почему бы нет? Ладно, пойдемте. Как вы мне надоели уже. С этими ловушками. Одни ловушки. Одни, везде ловушки. Вот эти тоже бесят. Слишком они большие. Ну, в каком понятии большие? Так, библиотека. Класс. Ключ можно? Ключик. Но этот помогает убивать. Отлично, молодец. Speed up, shot up. Отличненько. Так, идемте далее. Последний забег. Это ж мы за Эдена, да, играем с вами? А, ну все, это ж у нас новый этаж. Собака надоела хавкать. Все, готово. Идем вниз. Взрываем. Мне 22 бомбы. Так, спам Blue Mook. А я могу теперь две брать. Отлично. Видите, как мне ведет, сколько я уже раз. The Orbital. Так, орбиталка хорошая. Pretty fly. Pretty fly. Бомбы. Два сердца в одном. Так, энергия. Что здесь? 48 часов. Так, отлично. Откройся. Довольно хорошие монетки, плюс ключ вернули. Изи, через двоих. Все вернули. Идем дальше. А вот и босина. Заходим, убиваем. Ай. Да. Получили ключного малыша и вешалку. Вешалка. Ключ бэйби и вешалка. Ну что, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.